Адвокаты Новака Джоковича направили в Федеральный суд Австралии медицинские документы, подтверждающие, что сербский теннисист перенес ковид в конце 2021 года. Положительный ПЦР-тест спортсмена датирован 16 декабря. Напомним, австралийские власти запретили сербу въезд в страну, поскольку выданная ему виза не допускала такого основания, как медотвод от прививки. Ранее высказывались также требования к Федерации тенниса страны раскрыть общественности причины для освобождения от вакцинации, полученного спортсменом. На данный момент Джокович находится в карантинном отеле в Мельбурне, где содержатся также нелегальные мигранты. В субботу теннисист также обратился в МВД Австралии с просьбой разрешить ему покинуть спецучреждение и приступить к тренировкам. Джокович подал апелляцию, чтобы избежать депортации из страны. Дело будет рассмотрено 10 января, то есть за неделю до старта открытого чемпионата Австралии. Заседание суда будет транслироваться в прямом эфире.